Дайджест недвижимости. Новости недвижимости на волне 101.0. В студии Анна Лапшина. Здравствуйте. Градостроительный совет Кирова утвердил внешний вид высотки напротив цирка. Здание будет белым, его облицуют керамогранитом, а откосы у окон – разноцветными. По мнению экспертов, это сделает объект менее похожим на офисный центр. В доме на Октябрьском 106 будет от 14 до 17 этажей, всего 169 квартир. Мест на парковках, подземной и придомовой запланировано чуть больше 181. Будущим жильцам запретят размещать блоки кондиционеров на фасаде дома, только внутри лоджий. Этот пункт отдельно пропишут в договоре. Разрешение на строительство застройщик компании «Алтайстрой» должна получить до 1 мая. Возведение объекта ориентировочно займет 3-4 года. Дайджест недвижимости. Дольщиков будут признавать обманутыми по новым правилам. Они вступили в силу 23 февраля, сообщает региональный Минстрой. Отныне участника долевого строительства могут признать пострадавшим, если работы на объекте не ведутся 6 месяцев подряд. Ранее этот срок составлял 9 месяцев. Отклонение возведенного дома от проектной документации отныне не препятствует включению граждан в реестр обманутых дольщиков. Также в реестр попадают дольщики объекта, застрахованного в компании, против которой введена одна из процедур в деле о банкротстве. Ранее такая возможность отсутствовала, уточняет «Бизнес-новости» в Кирове. Дайджест недвижимости. Госдума разрешила выписывать злостных алиментщиков из квартир и распоряжаться их имуществом. Законопроект, позволяющий признавать таких граждан безвестно отсутствующими, принят в третьем чтении. Закон предусматривает четкие временные рамки поиски должника приставами – 1 год. После этого дети алиментщика могут претендовать на государственную пенсию по потере кормильца. Также семья может обратиться в суд, чтобы выписать должника с жилплощади, а его имущество может быть передано в доверительное управление. Поправки внесены в федеральный закон об исполнительном производстве. Они вступят в силу со дня официальной публикации документа после утверждения в Совете Федерации и подписания президента. На этом все. В студии работала Анна Лапшина. Дайджест недвижимости.